подпишись на канал. Китай велосипед. Обанкротился велосипедные горы, быстро растущие, уменьшающиеся промышленные воспоминания обмен компаний в течение последних 6 месяцев. Китай велосипед. Обанкротился один за другим 6 компаний. Фото состояния поля сбора велосипеда, что выкинутый обмен, расположен в Пекине. Обслуживающий велосипед в городе Чунцин провинции Сычуань обанкротился. Это было первое в отрасли. Отбирали 90% велосипеда, который нужно было взять. После этого единое транспортное средство Таун-Таун и 3 вебики, развертывающие подобные услуги, обанкротились из-за трудностей с управлением. С начала ноября Севери Ридер, Смаландига Тручк и Смалтручк также сломались один за другим. По данным китайских СМИ Тингчонг Техника, 24 мест на рынке совместного велосипед Китай, крупнейший в отрасли поклонения фрезерный мотоцикл, далее амбайку, и вторым положением в Пекине Айкацу Ракукацу науки и техники, далее АФО. Доля рынка — это 95%. С другой стороны, доля рынка, такие как ГОП мотоцикл, который обанкротился в том, что только 5% велосипедов на рынке. Согласно прогнозу, около 90 миллионов в городе Шанхае, где рынок велосипедов уже насыщен. Благодаря внедрению нового велосипеда, это стало социальной проблемой, еще больше препятствуя движению и беспокоив раздражающую парковку велосипеда. Также из-за краха компании, проблема удаления велосипеда, оставленного в каждой части города, также является проблемой банкротства к велосипеду. Порыв банкротства новых 4 великих изобретений Китая в ноябре 2018 года на велосипеде, расположенном недалеко от станции метро в Пекине. Человек, который работает в соседней компании, сказал: «Очевидно, что количество велосипедов на рынке меньше, чем год назад, и если вы видите их, это всего лишь мотивация. Начинается натиск внутреннего банкротства, но в Китае, когда внимание к велосипедному обмену в Китае достигло пика, из-за забытых проблем с велосипедами усиления конкуренции в Китае, промышленность уже вступила в гору Китая, временное размещение заброшенных общих велосипедов. Через полгода 20 городов 32 общих кладбища велосипеда захлопнулись между ними. Звук замков капельного и звук цепи, вращающейся вместе, с видом на них, они усеяны публичным озеленением города, есть вид, по-видимому, гармоничная красавица вопиет и дергается. Это физическое чудо скопления капитала. Общий велосипед, который известен как одно из 4 новых крупных изобретений Китая, привлекает большой объем капитала, который подобен приливу. Конкуренция и беспорядочное развитие сталкиваются с рифом городского управления города. Вскоре нагрузка, которая может выдержать разлив, породила городское велосипедное кладбище. Финансирование в сотни миллионов долларов. До последнего раунда финансирования в 2018 году и роста велосипедов Arrow, финансируя более 2 миллиардов долларов США, формируя текущую красную, желтую и синюю ситуацию конфронтации в общей велосипедной промышленности. Велосипедные горы, быстро растущие, уменьшающиеся промышленные воспоминания. Подпишись на канал.